С 11 по 25 сентября на территории муниципального образования в целях обсуждения актуальных проблем патриотического и гражданского воспитания прошел муниципальный этап научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи. Традиции и современность». В этом году она проводилась в заочной форме на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, где были организованы тематические площадки. Участники предоставили свои учебно-творческие работы. На каждой площадке работал экспертный состав, который следил за работой конференции. А сегодня участники-победители получают заслуженные награды. Это те студенты, чьи работы прошли отбор и были признаны лучшими. Теперь эти ребята представят Анапу на зональном этапе, который пройдет в Анапе 17 октября. Я очень рада, что у меня предоставилась такая возможность участвовать в этой конференции. Я слушала доклады других ребят, тоже они были очень интересными. И мы каждый друг другом делимся чем-то, какими-то новыми знаниями, новой информацией. И это всесторонне развивает, в принципе, и это круто, что молодежь общается, студенты общаются между собой, и как бы это очень хорошо. Подобные конференции действительно очень важны, потому что нам нужно знать свой город, нам нужно знать историю своего города, и, естественно, ради того, чтобы выступать на конференции, мне пришлось немало подготовиться, почитать много литературы, поэтому мне дало это новые знания и умения. Также на церемонии награждения отметили и студентов Анапского сельскохозяйственного техникума, победителей муниципального этапа краевого слета «В защите Родины готов». Очень большая заслуга ребят, потому что очень многие занимались в кадетских школах, то есть уровень подготовки был хороший, поэтому на достаточно хорошем уровне выступили. Теперь студентам предстоит подтвердить свои навыки на зональном этапе, который пройдет уже в это воскресенье в городе Темрюк.